Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, мы... А, ну ты чего, я здесь. Сьюзи. Ебать, копать. Я с ума схожу. Мы продолжаем с вами играть в Still Wake the Deep. А теперь-то что, бля? У нас, в общем, не удалась с вами эвакуация. Так, это что сейчас было? Так, поэтому... Куда мы вообще сейчас двигаемся? А, мы двигаемся с вами обратно. Мы знаем, что тут на этой платформе теперь всякие твари разгуливают и летают. Так, это кабинет Ренника. Погоди-ка. Hello? Да? Касс, это Броди. Твою мать, ебаная вертушка. Ага, видел. Ты до шлюпок добрался? Ага, не работает, ебучий кадал. Мотором давным-давно пиздец пришел, жлобы сраные. Без паники, МакКлири. Слушай, вот что тебе надо сделать. Отправляйся в радиорубку и вызови подмогу. Рубки пиздец. На нее кран упал. Алло? Да, это Броди. Да я знаю, что это ты, мудила. Слушай, генераторы вот-вот накроются. Если они вырубились, мы перейдем на аварийное питание, радиосвязь работать не будет. Ты меня чем слушаешь? Рубки больше нет. Блин, на платформе есть другие передатчики, а вот набор генераторов только один. Если они заглохнут, тебе надо будет спуститься и запустить их вручную. Я туда больше не ногой. Гиба, бля. Каз, если электричество вырубится, выбора нет. Сам туда не лезь. Блять. Нужно идти, найти генераторы и ликвидировать короткое замыкание, понятно? Ага. Вроде я. Сука, ты понимаешь. Так, понятно, идем за генераторами. Так, это что такое? Черт, неудивительно, что Реник взбесился. Здравствуйте, нам требуется сведения об инциденте, произошедшем вечером в среду 27 августа 1975 года в питейном заведении Герцог в районе Денистраун города Глазго. Речь идет о причинении тяжких телесных повреждений. Наш отдел уголовных расследований хотел бы побеседовать с мистером Камероном МакКлири, который предположительно в данный момент находится на борту платформы Байрат Ди. Будем крайне признательны за любую помощь в поимке и транспортировке на сушу этого гражданина. Если вы поддерживаете связь с подозреваемым, просим связаться с нами по указанному выше номеру телефона. Если вы не сможете нам помочь, мы будем вынуждены лично обратиться за разъяснениями в штаб-квартиру компании Кадал. С нетерпением ждем вашего ответа. С уважением, Мартин О'Хаган. О'Хаган, да. Старший инспектор. А я-то тут при чем? Почему со мной это хотят поговорить? Я не при делах. Я вообще ничего не делаю. Чего вам от меня надо? Погоди, еще раз? Касс, у аппарата. Кто это? Это Даврос. Я у шлюпок. Тут его знает, как мне удалось выбраться. Где остальные? Нет здесь никого. Поднимайся обратно. Обратно? Так я только спустился. Ох, сука. Даврос, я... Даврос, ты слышишь меня? Алло? Блин, надо все телефоны стараться отслеживать. Так, а я хотел кое-что посмотреть. А, погоди. Не понял. Почему? Вот так вот сделать. Вот. Вот так вот получше, наверное, да? Вот так. Ага. Так. Нихуя не изменилось. Ладно. Кто-то все-таки спустился до шлюпа. Ни хрена себе. Только вот они не на ходу. Не знаю, я вообще где-нибудь заперся. Хотя, ну, можно было, конечно, запереться на кухне. Потому что там еда. Ау? Есть кто живой? Так, еще один телефон. МакКлири у аппарата. Это Скуби. Блин, Касс. Он здесь. По стенам шастает. Так, спокойно, ты о ком? Кто там у тебя? Под администрацией, он... Охотится на нас. Он возвращается, он нас убьет. Меня убьет. Он в
каждом телефонном разговоре говорит все время «бля». «Бля». Так, что тут? Опа. Я что-то мог сделать? А, дверь закрыть. Все, тут ничего нету. Но я мог хотя бы что-нибудь взять. Я понимаю, что на борту различные уже твари, и я мог хотя бы что-нибудь взять. Ну, даже элементарно. Какие-нибудь, может, в чемоданах там есть, не знаю, молотки, отвертки, ну, хоть что-нибудь. Может, мне это как-то поможет. Ну, нет. Я буду просто бежать и махать руками, как ненормальный. Так, а вообще куда? Подумайте, как попасть в инженерный корпус. Наверное, мне нужно найти огнетушитель. Ну, конечно. Конечно, огнетушитель. Вот с ним бы и ходил. Так, надо все потушить. А что, это не тушится все? Так, а что? Щит. Ну, конечно. Огнетушитель, ты что не взял? Бутылки какие-нибудь возьми. Чтобы они на них отвлекались, так? Ну, понятно, дело, что не пройти. Ладно, пошли вниз. Блять, он серьезно как ненормальный, машет руками, когда бегает. Так, а у меня же фонарик есть. Я так полагаю... А, мне еще ниже, что ли? Так, сюда не пройти. Где субтитры? Почему субтитры не звездили? Что-то типа, наоборот, произошло. Очень много мата в игре. Ну, прям пиздец. Переборщили чуть-чуть. Сюда не могу? Нет. Алло? Да, так тебя все и услышали. А если монстр? Блин, ну ты какой-то вообще неаккуратный. Он вообще просто неаккуратный. Горный насос. Ты кто? Маклери. А, это Ренник? А, ну слушай, надо съебывать. Ой, он держит. Блять, бегу все-таки. Ты же меня уволил, что ты доебался до меня? А ну-ка вернись сюда, уебище. Ну ладно, идет, смотри, ползет. Блять, он превратился в какую-то хуйню. А, я не могу. Пиздец, а можно не лагать? Просадка ППС. Блин, я вот думал, в такую щелку-то пролезу. Ну ладно. Пока я не могу туда. Ну все. Выходи сейчас же. Да я б с радостью, ну ты же меня убьешь. То есть до Реника они все-таки добрались. Ой, блядь, я запутался. Я там Реник орёт. Да ладно, ты от меня отстанешь сегодня, нет? А куда бежать-то надо было? Я так и не понял. Погоди, я запутался. Ну ладно. А, вот куда надо было бежать, серьезно? Он от меня так просто не отстанет. Куда он съебался-то? Блять, телевизор! Нет! Ты меня подставил! Блять! Идет нахуй!
постоял, подумал. А может, и идти туда не стоит. Все? Я тебя понимаю, рано или поздно. Господи Иисусе, вот ублюдок ебучий. Сука, пиздец. А почему реник в виде головы просто? Где у них тело? У других-то хотя бы, ну, какое-то тело было. Тут, блядь, просто голова щупальцами. Хорошо. Она мне... Да. Коуш. Хорош, ну ты серьезно. Она мне чем-то, знаешь, что напоминает? О, наш вертолет. Погнали нахуй. Куда? Она мне еще местами чем-то Dead Space напоминает. Что, ты хочешь, чтобы я на вертушку, блядь, прыгнул? А, ну и по верху залезть. Ну давай, ладно. В принципе, почему бы и нет? Так, держимся. Ё-моё. Блядь! Заебись. Все, съебался с корабля. Ай, блядь. Да я не хочу отпадать. Так получится. Ты заберешься или нет? О. И чего? И куда? Ага, туда, я понял. Нормально. Прыгать умеет. Электрик первого разряда. А если бы сейчас там не было вертолета, как бы я перебрался? Так, ну я уже, кстати, почти внизу. Только мой вариант, как попасть вниз, был лучше, когда мы падали просто. Так, ну куда? Ой. Ты чего? А, на себя. Понял. Все понял. Все оттаскиваю. Блин, мне больше от Реника понравилось бегать. Реник прям запоминающийся. Алло? Это Брюс. Мы в ловушке. Вода прибывает, сука. Брюс, это Касс, ты где? Потерял Коннора. Он ногу повредил. Не смог выплыть. Брюс, объясни, где ты? Брюс, ты меня слышишь? Срань господня. А сколько у меня еще членов команды-то осталось? Все что-то звонят, они как будто знают, куда звонить. Там же каждый номер телефона-то этот свой, добавочный. Как они знают, узнают, куда им звонить? Как они меня находят? Иди. Вниз, хорошо. Чего? А ну открывай. Нет? Ладно. Вниз, еще взорвется. А, нет. Все, окей, так, сюда. Опа. Че там? Не понял, что произошло, ну ладно. Они так-то... Все же внутри монстры, снаружи-то никого нету. Ага, я понял. Секундочку, где у нас щиток? Вот тут сейчас что-то должно точно произойти, потому что очень темно. Я же сейчас еще и все электричество выключу, поэтому вообще света никакого не должно быть. А значит, тут должен быть пиздец. Что
секунду, это же газ. Это здесь должен быть клапан. Закрыть. Дыхание. Задержи. Не умри. Что ты дышишь-то этим газом? А может тут где-то должен быть противогаз, по идее, нет? По идее, они вообще должны быть на каждом углу. За каждым углом. Не знаю, почему их, блядь, вообще ни одного нету, хотя они знают, что, блядь, тут везде может быть и газ, и всякие вредные вещества, и так далее. А они без противогаза все. Инженерный корпус. Маклири? Финли? Слава богу, это ты. Ага, ты тоже. Реник меня чуть не ёбнул. Он сам не свой, зверюга ебаная. А как по мне, все по-старому. Еще кого-нибудь видел? Броди. Он меня сюда послал с генераторами разобраться. Генератор, ага. Я туда же направлялась. Свет есть? А, ну да, мы же на аварийном питании, так? Долго она не протянет. Бейра сильно пострадала, аппаратура на ладом дышит. Лучше некуда. Как нам тогда генератор запустить? Так, первым делом тебе нужно добраться вон туда и перезапустить защитное реле. Может, генераторы тогда и заработают. Давай попробуем. Давай. Так, реле. Вот сюда, ага. Я понял. Так, шкафы есть. Это значит, придется прятаться. Это мне уже не нравится. Я не люблю темные локации, еще где-то надо прятаться. Бутылка есть. Это чтоб отвлечь внимание. Ну, значит, тут должен быть полный пиздец. В принципе, да. Так, прятаться есть где. Вообще много мест. Только я не понял, как мне туда пойти-то. Пойти. Что-то я вообще не понимаю. Это ящики. Там все закрыто. Тут все забаррикадировано. Погоди, а куда она ушла-то? А, она сверху уже была. Ну ладно. Эй, Маклири, куда собрался, а? Защитное реле вон там. Да я понимаю, что оно там. Ну, блядь, там как бы все перекрыто. Что я тебе должен сделать-то? А, погоди. А это что? А, тут просто тоже проход. Блядь, что-то я не понимаю, да? Так, блядь, сдвинь ты эти бочки. Очень темно, я вообще ничего не вижу. Подождите. Ой. Пункт управления насосом. Тут тоже не пройти. А снизу есть что? Блять, зачем так темно делать все? Я, конечно, понимаю, чтоб человек пугался. Но как он будет пугаться, если он нихуя не будет видеть? Правильно? Так, молоток есть. Хорошо. Так, а вот это что? Ну-ка, скинь нахуй. Блять, меня уже все, меня вот уже не пускают, видишь, да? Ты где этот, блять? Нет, я понимаю, что он. Где, а где он? В пункте управления насосом. Да я понимаю, что оно там. Я ж туда пройти-то не могу. Сюда, что ли, как? Нет. А! Погоди, я тут пришел, по-моему. Да, я тут точно пришел. Точно, мы вот сюда вышли, а она нас вот тут встретила, ага. Погоди, дай я внимательно все посмотрю. Пойму. Спрятаться, это все не то. Блять, я чувствую, я такой слепой, что, блять, ответ у меня прямо перед носом, а я его не вижу. Ну,
Ну вот он, пункт управления насосом. Хорошо. Может, цепи что-то? Может, я по цепи могу забраться? Нет? Нет. К сожалению, не могу. Так, а как вообще туда можно попасть? Я вижу тут только одно место, это дверь. И все. И все, и больше тут ничего нету. Погоди, может... А, блядь. Сука. Ебана. Слепой пиздец. Я забыл, что он умеет ползать. Я думал, где-то в обход надо обходить. Ну ладно. О! Электричество. О, красота, заработал, надо фильм не передать. Твою мать. Тут кто-то есть? Надо же, сработало, твою мать. Видимо, генератор вырубался из-за какой-то неполадки. Ага, если мы не устраним, от реле толку ноль. Надо перезапустить генератор вручную. Ладно, давай. У нас с тобой две задачи, Маклери. Генераторы и неполадки. А, неполадка. Ты разбирайся с генераторами, а я неполадку поищу. Это что еще за хуйня? Не знаю, но генератор в той стороне. И я туда, сука, не ногой. А что, если план получше? А что, есть план получше, а? Вот именно. Хуй мне с маслом, а не план получше. Так что, хватайся быстрее и пиздуй туда. Хорошо. Да ладно, мы уже с таким не справлялись и ни одним. Троц. Этот, блядь, начальник. Трос вообще забагался, так что, ну, после той картины меня что-то они не особо теперь прям пугают. Так что, ну... Типа, они упустили ту изюминку. Вот если бы не тот баг, я бы, может быть, еще и пугался. А так, чего они теперь... Блин, на кого же они похожи? Где-то какой-то фильм был прям вот с такими же монстрами. Так, а вот тут что тогда? Это просто лечо. А где же генератор? Что за хуйня? Насосное помещение, предохранители... Остоварная и генераторы. Генераторные... Так, мы вот тут. Генераторные 4. То есть мне, по идее, направо. Там я поднимаюсь по лестнице. Ну все, я понял. Так, это мне вон туда надо. Jesus. Черт. Ой, блять, извините. Ой, погоди, а ты живой, что ли? Нет. Блядь, ну какие споры от тебя идут? Молоток на всякий случай, да, возьми. Но я в итоге пошел не туда, куда хотелось бы. А, ну тут обход, да, есть? Погоди, не понял. Блядь. Так. О. Нет? Ну нет, ладно. Погнали наверх. Опа, опа. Что-то жужжит. Что-то жужжит где-то. Что-то там кричит. Должна быть какая-нибудь прямо экшн-сцена, когда тебе придется прямо вот бегать, бежать, бежать. По всяким туннелям прыгать.
паркурить. А, ну, хотя от Рейника был уже такой побег, но не особо меня что-то впечатлил прям. Ух, сука. А я думал на скорость. Так, там споры. Туда вообще нежелательно идти, мне кажется. Так, хорошо. Где, блядь? Молотки в каждом туннеле, блядь, раз валяются у них. Видимо, мне в рубку на другой стороне осталось немного. А тут-то какая-то хуйня будет ходить по-любому. Так, а тут что, если я пойду? А, это я просто попаду. Ага, все понял. Блять. А ты, черт подери. Кто там, а? Блять, а я его не видел даже. А, вот ты, блять, где. Ой, блядь, я не попал. Так, он прямо надо мной. Ой. Да ладно, ты меня, блядь, увидел? А. Да ладно, он меня увидел. Ну пиздец. А я просто посижу, блядь, на месте, подожду, пока ты уйдешь. Хорошо, что, блядь, ты слишком широкий, чтобы сюда залезать. Да ёб твою мать, я опять не попал. Пусть я тебя найду. Ищи. Блять, ну они быстрее, чем я. Туда пиздуй. Умом ты, конечно, не блещешь. Кто там? Так, я не понял, ты что туда не идешь? Все подеря. Вот уроды. Еще. Переключатель не разобрался. Что сделать? Ага. А, последовательность, все понял.
Так, вот этот. Этот. Думаю, вот этот. Нет. Значит, четвертый. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Ну, конечно. Ну, вот этот. Починил электричество, ага. Красава. Каз, Каз, слышишь меня? Ебать, колотить, не пугай меня так. Адейра не видела? А, этот придурок. Судя по всему, он растворенный. Растворный. Слушай, а у нас получилось. Сначала мы... А теперь и вовсе в ебаной темноте сидим. Ты о чем вообще? Ну-ка давай истерику закатим. Много... Ой, блядь, сука, вот опять сбился и пиздец. Только Адеру не попадись, хорошо? Короче, ключ какой-то найти. Нет, я еще не нашел ключ. Без него генератор не запустить. Ну вот он, блядь. Единственный, сука, здоровый из всех. Готово. Блядь. Остальные ключики такие маленькие, а этот, блядь, как с лопатой. Давай. Пошли. А я сейчас вниз прыгну, и он появится, смотри. Чекай. Опа! Да будет свет! Сработал, Каз, я нашла неполадку. Растворный предохранитель перегорел. Растворный? Адейр же там, да? Каз, он возвращается, сваливай! Возвращайся в растворный, почини предохранитель. Я тебя слышу. А мне бог. Ты все равно сюда не зайдешь. Знаешь почему? Потому что ты слишком большой. Так, куда мне вообще? Блять! Ёбаный пиксель. Посмотрим. А вот тут-то он бы так-то пролез. Трубы, блять, постоянно у тебя нахуй гремят. Иди, блядь. Блядь, даже увидел меня. Чё ты зайти не можешь? Правильно, убегай. Слава богу, он меня больше не ищет. Где тебя? Молоточек. Куда мне? Куда? Ну пошли туда. Thank you.
сбежал. Ты возьмешь, блять, этот молоток, не? Ой, блять, так он пролез. Да ладно, он пролез смог. Маклери. А я думал, они лазать не умеют. Черт. В следующий раз не уйдешь. Да уйду, блядь, чё от вас уходить-то? Легко. Вообще, вот даже не чувствуется, что вы есть на этой карте. Спокойненько, главное идти. Вообще не надо торопиться с ними. Просто у тебя очень много предметов. Очень много предметов. Просто прячься в шахтах и кидай. Все. Просто больше делать ничего не надо. Просто, блядь. Зато термосов на каждом шагу до молотков. И ни одного противогаза нету. Так, куда? Сюда. Да? Щиток должен быть где-то здесь. Растворный. Щиток. Щиток. Вон там где-то щиток. А, я могу, да, все-таки припомнить. Отлично. Закрыто. Подожди, блядь, не торопи. Что, блядь, тебе надо? Ай, что мне делать? Кай, слышь меня, электричество работает. Вернись и перезапусти защитное реле еще раз. Я до тебя добраться не могу. Так что увидимся позже. Ты гонишь, блядь? Ты посмотри, что у меня, блядь, тут творится. И что я, блядь, с ним делать должен? А. Сюда. Блядь, ну все, пиздец. Пули делать. Он прямо тут. Если он гений, он туда залезть должен. Блять, опять назад возвращаться, да? Блять, Адлер, отвлекись. Дай уйти, пожалуйста. Не хочет уходить. Он, блядь, как копан. А, нет, блядь. Но не уходит. Так. Блять, он серьезно, он не уходит. Ты чё носишься, блять, не замолвил? Да ну тебя нахуй. Но он не уходит никуда, он забагал. Иди нахуй. Да уйди, пожалуйста. Ну давай, уходи. А, он идет, и мне, короче, туда по лестнице и по прямой. Я понял. Блин, какие у тебя лешенки.
3, 2, 1, 0. Ебать, погнали нахуй. Я дверь закрываю, блядь. Я дверь хотел закрыть, чтоб он не прошел. Ну иди, пожалуйста. А я ж мог попытаться по стелсу пройти, да, вот типа туда, вниз, туда и так пройти. Это типа ловушка для игроков, чтобы они побежали прямо через дверь. Он их услышал, и он их догонит. Давай попробуем по-другому. С Рождеством, да. А, мне не дают выходить. Хуя, вот. Вот тебе и выбор. Блять, понятно. Фак-фак-фак. Беги. О, хорошо, двигаемся. Ну, он не идет. Ой, что это, рука? Где это, серьезно, рука? Ебать, вот это рука. А что он такая здоровая? Не понял, а что такая рука здоровая? Это эволюционирующий монстр, что ли, выходит? Потому что они обычно похожи на какую-то кашу с щупальцами. А тут прям, ну, ярко выраженная рука, прям видно. Так, ну-ка, бутылочку дай-ка мне. Что вообще на ней написано? Понятно. Так, лестницы нет. Хорошо. И чё? Ну-ка, чё такое? А, это нормально. Так, тут я, наверное, пройти не смогу. А, может, я могу тут лазать как-то, нет? Нет, не могу. Значит, мне не сюда. Погоди, а куда мне? А тут больше проходов-то нету. Погоди, я отсюда вышел. А, ну, походу, сейчас разберемся. Погоди, наверное, все-таки есть проход. Наверное, он где-нибудь... Туда, в трубу. Нет, опять штуки я лазать не могу. Нет. Нормально. Через текстуру подбирать предметы можем. Погоди, я не понял. Ага, понял. Больно. Но, походу, это не тот проход, куда мне надо. Погоди, давай еще посмотрим. Тут-то нету ничего. Нет, тут больше ничего нету. Слышь? Куда идти? Ну проход-то один. Ну больше-то некуда, он в тупик ведет. Окей. Сюда пройти не могу. Ну окей, сюда пойду. Возьму банку. И все. Блять, может просто запрыгнуть, нет? Нет, ну по-любому в трубу, скорее всего. Но что еще может быть? Сюда я походить не могу. Просто по этим лазать, нет? Может, по этой полезть? Нет, он не хочет так же. Эй, почти добрался, подожди. Что-то я один, да, не понимаю, куда идти. Ну вот все, вот больше ничего тут нету. Куда тут можно еще лезть? Блять, вот не люблю я очень темные игры такие, что нихуя не видно. Непонятно. Ага.
погоди, ладно. Давай еще посмотрим. Там? Нет. Может, игра забагалась? Может, должно было что-нибудь произойти, какая-нибудь стенка рухнуть по скрипту? И типа мне бы открыло проход, но... Нет. А, мне туда! Я ж там был. Нет? Ты меня уже заебал. Кто это там? Маклири? Пусто. Пусто, блин. Я хотел в него молоток. Отъебись от моего двигателя. Тар-та-та, спокойненько иду. Куда мне? А, мне дальше по прямой. Нахуй, ёбище! Где же это ёбаное реле? Ну, вот оно. Так и написано. Реле. Опа, свет! Ой, я думал, ты боишься света. Открытый получилось. Всё, ты съёбываешь? Так, телефон. Финли? Касс? Нет, это Броуди. Я-то думал, это Финли, раз свет зажегся. Сработало? Слава богу. Финли была здесь, но мы разделились. Ты в порядке? Ага, в отличие от платформы. Твою мать, ты серьезно? Мы идем на дно. Сколько нам осталось? Недолго, если не подсуетимся. Слушай, тебе надо добраться до понтонов. Нужно завести лебедки на всех четырех опорах. Выиграем немного времени. А толку-то? Понты! Электричество! Остальная хуйня! Кошмар ебаный! Ты чего несешь? Сам-то пока цел и невредим, а? Не то, что остальные бедолаги на платформе. Ты явно кому-то наверху понравился, Каз. Вот и Рой то же самое мне говорит. Ага. Но он-то за Бернсли болеет. Пойди привык молиться. Дело, говоришь. Я всегда дело говорю. Ты на нашей платформе самый везучий, и везение нам сейчас очень кстати. Ну что, погнали? Что надо сделать? Заведи лебедки на опорах А и Б, а я разберусь с остальными. Проще простого. К ним сложно попасть прямиком из инженерного корпуса. А, к ним можно попасть. Я найду дорогу. Спасибо, Каз. Если получится, я дам знать по громкоговорителю. Ну и все. И все, и съебались от него. Так, погоди. Часть это... А, ну, ну давай мы сейчас как раз и закончим. 50 минут как раз. То есть сейчас выходим и все, и заканчиваем. Сегодня вот так вот получилось. Побегали, наконец. Много на самом деле бегаешь от этих монстров. Но... Они туповатенькие чуть-чуть. Но он, скорее всего, кстати, вентиляцию первый раз залез благодаря какому-то багу. Вот, давай тут остановимся. Уже продолжим в следующий раз. На сегодня я с вами прощаюсь.
Всем спасибо за просмотр и всем пока.